Их работа не опасна, но трудна. Особенно для учителей третьей коррекционной школы. Получать новые знания и навыки сюда приходят особенные дети. Это ученики с различными заболеваниями. ДЦП, умственная отсталость, аутизм и так далее. Ну, я выбрала это направление по велению своего сердца. Мне всегда хотелось учить детей, люблю детей, поэтому так получилось. В данной школе я работаю с 2011 года. Успешность школы – это результат работы всего педагогического коллектива. Это каждодневный, кропотливый, системный труд наших педагогов. У нас функционирует школьный спортивный клуб, кукольный театр, музей, школьное радио и телевидение. Имеются творческие коллективы учащихся и педагогов. Долго готовились? Это сложная постановка? Да, это очень долго. Сложно или не сложно? Не сложно. Расскажите, в каком классе ты учитесь? Мы в 6-м А учимся. 6-й, какие вы уже большие. Да, скоро 7-й класс перейдем. Конечно, педагогам быть очень сложно, как и во всех, наверное, школах. Да, наши дети особенные, у них есть интеллектуальные нарушения. Но когда находишь подход к каждому ребенку, я думаю, что работа становится в радость. В год педагога и наставника в школе пройдет масса мероприятий, чтобы повысить навыки каждого учителя. Всего их 55. Алтан Мункоева, Жаргал Ардынеев, телекомпания АТВ.